Заключительная часть проекта «Символы эпохи. Люди, изменившие мир», которая открылась, как и предыдущие части, в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена» в Ленинском мемориале, посвящена основателю и первому лидеру Республиканской народной партии Турции Мустафе Кемалю Ататюрку. Она рассказывает о жизни и достижениях политика, символа свободной Турции. Партнером сегодняшнего проекта выступил музей Кемаля Ататюрка в Стамбуле. Я хочу сегодня обязательно поблагодарить руководителя этого музея Ханде Исмаилову Юнар, который предоставил нам уникальный экспонат. Это 49 уникальных фотографий, которые можно увидеть на стендах. Среди музейных фотографий есть редкие снимки Ататюрка, командира отряда во время Итало-Турецкой войны, фотографии времен Первой мировой войны во время проведения Дарданельской операции, а также портреты его семьи. Кроме того, посетители могут увидеть материалы, отражающие деятельность Мустафы Ататюрка во главе национально-освободительного движения и войны за независимость, приведшие к созданию нового республиканского государства. Биография Кемаля Ататюрка, она прекрасно говорит о том, как много может сделать один человек. И многие специалисты подчеркивают, что Кемаль Ататюрк буквально в одиночку провел Турцию через бурный 20 век, изменив буквально все в этой стране. Объединенная выставка будет работать в галерее Большого зала Ленинского мемориала до 31 мая. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.